но было уже поздно. За дверью стояла... Санс. Бум, привет, ребят, те, которые смотрят это на видосик, на реакцию, а-ха-ха. Короче, да, привет тем людям, которые пришли на видосик сам. Я буду делать реакцию на Gacha Life страшилку, потому что меня давно просили. Кто-то сказал, только не киномастера, я сделаю так. Все, теперь нету киномастера. Сори, ребят, я обещал. Честно, я обещал сделать реакцию на Gacha Life страшилки, поэтому я решил сделать на достаточно такую комплексную страшилку на 18 целых минут. Давайте-ка смотрим. Что-то жило на моей даче. Мрачное серое утро я проснулся от капель дождя, которые как будто камни барабанили по металлическому подоконнику. За окном начинался дождь. И я думаю, не стоит объяснять, как в такую погодку не хочется выползать из-под теплого одеялка. Ну да. Но сегодняшние планы вынудили меня это сделать. Хотя мало ли, есть люди, которые любят, допустим, дождь, они специально идут гулять в дождь, и, типа таким, им нормально. Еле встав с кровати, я согнулся, обхватив себя руками, потому что холодно, и пошел в душ. Закипятив чайник, я попил чаю, и еще минут 20... сидел в телефоне, листая Инстаграм и прочую лабуту в телефоне. Что за странное начало? Сегодня край нужно было съездить на дачу. Она недалеко от города находилась, примерно полчаса на автобусе. Почему так нужно было туда попасть именно сегодня? Потому что срочно понадобились деньги, а дача стояла никому не нужная уже год примерно. Ну, я и решил ее продать к чертям. Но сначала нужно навести там хоть какой-то маломальский порядок. Ну да. Раньше этим занималась мама, но сейчас она очень сильно болеет, вот в принципе, поэтому мне и нужны деньги. А завтра уже приедет покупатель. Не буду же я ему показывать старый полуразвалившийся домик, забитый хламом и заросший метровой травой. Вот, знаете, даже если вот люди писали, что «Ой, сделан с киномастером, только не это», все равно как-то более или менее неплохо выглядит, то есть достаточно стильненько. Планировал я все сделать к вечеру, но тогда я даже и предположить не мог, что меня там будет ожидать. Наготовив себе поесть, взяв старые одежды, чтобы переодеться, водички, фонарик, свет там не всегда есть просто, ну и отправился в путь. Почему написано «водица Бузова»? Дождь противно летел прямо мне в лицо. Ветер был еще такой сырой и холодный. Он пробивал куртку, и такое ощущение, что он доставал прямо до моих костей. Блин, жуть, как не хотелось ехать туда. Не был там уже, наверное, год, если не больше. Еще бы 100 лет не был, честное слово. Еще и в автобусе сейчас с пенсией плестись полчаса. Ну ладно, ничего уж не поделаешь. Стоял я на остановке, наверное, минут 20. У нас же так хорошо транспорт ходит. Когда им захочется, тогда и приезжают. Сука, как же бесит все. В общем, сел я в автобус, точнее, стал. Все места уже были заняты бабками, которые везли свои задроченные продукты в огромных сумках продавать на рынок. Через 40 минут мучений я все-таки вышел на остановке у нашего дачного, так сказать, поселка и двинулся в сторону нашего участка. Тут равнина была, и ветер вообще свирепствовал. С одеждой я не рассчитал, холодно, ужас просто. Домик наш находился недалеко от остановки, метров 500-600 примерно. Что примечательно, что пока я шел, я не видел ни одной живой души. Нет, ну, тут всегда было не особо людно, но постоянно несколько старушек, несколько зверушек всегда встречались мне по пути. Хотя год уже прошел, даже больше, мало ли что тут случилось. Да и погода такая, к зиме дело ближется, кто в такое-то время будет на улицу выпираться, без весомой на то причины? Ну да. Но вот еще что, как только в мое поле зрения попал забор нашей дачи, я понял, что там что-то не так. Край забора был выломан, и в заборе была дыра. Я подбежал и ошалел. Судя по всему, в нашей даче кто-то жил. То, что я увидел там, меня, честно говоря, шокировало. С домом было все нормально, но вот рядом валялась куча мусора, были протянуты веревки, на которых, видимо, кто-то сушил одежду.
На улице стояла какая-то старая, еще совдеповская мебель, которую, судя по всему, со свалки кто-то притащил. В общем, все следы проживания здесь людей. Со злости я ворвался в дом. Дверь была заперта на крючок, и было видно, что ее кто-то выломал, прежде чем этот крючок и приделать. В доме никого не обнаружил, но внутри был вообще мрак. Также стояла мебель, которой тут отродясь не было, ну, кроме стола и небольшой тумбочки. Появился диван, что-то наподобие серванта. Не, ну это нормально вообще? Что это за новости еще? Я было подумал, что вообще не к себе зашел. Перепутал что-то, так нет же. И стол наш стоит, и забор наш. Я еще вышел и перепроверил номер, все правильно. Ничего, я не ошибся. Что за хрень? Странно это все. Ну, думаю, побуду тут пока, дождусь здешних обитателей и вломлю им хорошеньких люлей. Ну, вы представляете, мне завтра дачу продавать, а тут такое творится. Ну, хоть трава выкашена снаружи, за что, конечно, отдельное спасибо. Продавать ее нужно в любом случае. Поэтому я принялся делать все, что планировал. Переоделся и начал выносить весь этот хлам в одну большую кучу на огороде, которую по окончанию работ просто сожгу. Часа два, наверное, я ломал и выносил уже протрухшую старую мебель, но вот когда добрался к шкафу, который прямо у стены стоял, я обнаружил странную штуку. На стене за шкафом был рисунок и какие-то надписи, такой черной густой краской. Рисунок напоминал глаз. А внутри этого глаза были еще много глаз, но поменьше. А сверху кривым почерком было написано что-то не на нашем. И даже не на латыни, а вообще непонятно, что это за каракули такие. Но могу сказать одно, выглядело это довольно жутко. Это да. И тогда я обратил внимание на то, что раньше не обращал. Маленькие глаза были нарисованы по всей даче. И снаружи, и внутри. Особо незаметные, но они были. И это было очень странно. Тут что, сектанты жили какие-то? Или как это еще объяснить? Дождь усиливался, и мне пришлось засесть в доме. Честно сказать, эти глаза повсюду не слабо так напрягали меня. Было чувство, что действительно кто-то за мной наблюдает. А жителей дома все не было. Хотелось покинуть это место. С каждой секундой все больше и больше. Но я сразу вспоминал лежащую в больнице маму и все равно продолжал наводить порядки здесь. Глаза эти долбаные пытался отмыть, но ничего не выходило. Даже пытался ножом отдереть краску от стены, но ни хрена не получалось. Ну, от них же по-любому надо как-то избавиться. Но это же вообще не дело. В голову ничего полезного не приходило. Кто захочет вообще такую дачу купить, если на ней будет куча вот этих вот глаз, они будут просто перешуганные сами, такие, не-не-не, мы не будем ничего. Поэтому я оставил эту задачу на потом. Через пару часов я вроде закончил, дождь уже вовсю лил на улице. Комнату я вроде привел в порядок, протер окна, подмел, поснимал паутину, ну и короче сделал все, что мог. Но эти глаза, будь они неладные, что же делать с ними? Хрен его знает. На улице уже начинало темнеть потихоньку. Я включил фонарик и полез на чердак. Там еще нужно примарафетить все. На чердаке было все типично. Старый хлам, и среди этого хлама я нашел выход из ситуации с глазами. В углу чердака стоял мешок с известью. В прошлом году еще, когда дом белили, осталось. Чердак убрал минут за 30 и спустился вниз, дабы забелить эти глаза. На улице набрал дождевой воды, развел все в старом ведре и принялся за работу. Спустя 5-10 минут стены уже были белые и чистенькие. И вот после этого и начались странности. Когда я забелил последний маленький глазик в углу комнаты, в окно дома с жуткой силой влетела какая-то птица. И недалеко от участка в небо поднялась огромная стая ворон. Ну, я не видел, что это за птицы, но они каркали, значит, вороны. Но от удара в окно я очень испугался. Аж сердце ёкнуло. Вот тут-то я и заподозрил неладное. На улице... Да ладно. Птицы начали сходить с ума собаки. Ну, в это... Собака будто пересмотрела Черепашек-ниндзя, и у нее типа...
Ладно, не смешная там шутка. Там поселки так, параллельно с дачами есть дома, в которых люди живут. Ну и собак держат, как и все. Так вот, собаки эти ну прям разрывались. Минут 5, а затем утихли и начали скулить. Внутри меня напряжение росло. Такое чувство было, что сейчас что-то должно произойти, что-то плохое и жуткое. От этой смеси скуления, собак и карканья ворон у меня мурашками покрылось все тело. Почему я тогда не убрался из этого места прочь, я не знаю. И жалею об этом по сей день. Потому что потом начали происходить вещи, которым здравый человек никогда не найдет логического объяснения. Так вот, что было тогда. Ну, вороны, собаки, это ладно. Спустил я это все на какое-то совпадение, не более. Все-таки это природа, животное, мало ли что у них там в головах. Но тогда я не думал о том, что животное намного лучше чует опасность, чем человек. В общем, когда я на чердаке лазил, я нашел там старый выломанный замок из двери. Ну, думаю, вставлю его как-то обратно. Дождь уже вроде перестал лить, и можно и на улицу выйти. Ну да. Вороны перестали каркать. И собаки все еще поскуливали, но не так сильно, как 10 минут назад. Так вот, начал я вставлять тот замок, как услышал нормальной такой силы стук из-под пола. Вот тут сердечко мое и начало стучать, как отбойник. У нас сбоку дома было небольшое окошко в подпол. Ну я и глянул в него, и ошалел. Отпрыгнул назад и схватился за голову. Под полом лежал гроб. Гребаный деревянный гроб. Какого хера он там делает? Откуда он там взялся вообще, сука? Нет, надо валить отсюда и как можно скорее. Проснулась мысль у меня в голове. Затем стук повторился еще сильнее. Кто-то в гробу стучал. Меня охватила паника. Я забежал в дом, чтобы вещи забрать. И каково же был мой шок, когда все эти глаза были также нарисованы на стенках дома, как будто я их и не закрашивал совсем. Да что тут происходит вообще, твою мать? Я схватил вещи и выбежал на улицу с фонарем в руках. Выбегаю и свечу в сторону калитки, как вижу, а за ней стоит кто-то. Я думал, это человек, побежал к нему навстречу. Я до сих пор жалею о том, что это сделал. Да хватит уже говорить о том, что ты жалеешь, что еще не вышел из того дома, сразу же не убежал. То, что ты это жалеешь. Мы все поняли, хорошо? Что это был не человек. Когда я подбежал ближе, я понял это. Но было уже поздно. За дверью стояла... Санс. Двухметровая срань. Вы бы видели это. В свете фонаря я мельком успел заметить, что оно было человекоподобным. Руки, башка, ноги. Но все это было в жутких гематомах и нарывах. А лицо его было такое какое-то перекошенное. А потом такой звук. Типа, что-нибудь хочешь мне сказать? Две маленьких черных точки вместо глаз. И такие же точки вместо носа. А рот небольшой был, но с него что-то текло, и оно стояло, и что-то бормотало себе под нос. Но затем, увидев меня, оно заткнулось и начало двигаться в мою сторону. Я бросился обратно к дому, но со стороны огорода двигалась уже другая мразь, похожая, но немного не такая. Я не успел его разглядеть, потому что фонарик почему-то перестал работать. Я стоял между двух этих сволочей и тупо не знал, что мне делать. Меня трясло всего. Трясло от страха и от безысходности. Что это за тварюги такие вообще? Затем со стороны огорода выбежали еще двое, поменьше. Знаете, может, фотка по интернету гуляет, Рейк вроде называется. Вот это было что-то похожее на ту худую тварь со светящимися глазами. Они передвигались как обезьяны, то на ногах, то на руках. Я забежал обратно в дом и пожалел о том, что выбросил всю мебель на улицу, потому что подпереть дверь было нечем. Забежал я в дом и почувствовал, что под полом кто-то лезет. Шуршание такое и кряхтение. Я был в ловушке. И что делать дальше, я просто уже не понимал. Жутко было до такой степени, что, блин, я даже не знаю, с чем это сравнить вообще.
Затем они... Блин, меня немножко подбешивает этот рассказчик со своим, именно знаете, со своим манерой говора по поводу того, что именно проявление своих эмоций, типа, он не проявляет там, типа, испуг или еще что-то. Он просто увеличивает свой голос, типа, тужится как будто. Да как такое может быть? Они все просто подошли к окнам и начали смотреть на меня. Смотрели, кривлялись, что-то бормотали. Не били, не выламывали двери, которые я всеми силами держал. Ну и в тот момент я не придумал ничего лучшего, чем вспомнить хоть какую-то молитву и попросить Всевышнего о помощи. Но только я начал шептать «Отче наш», как в окна и двери начали ломиться. Это их очень разозлило, видимо. Стекла уже разлетались вдребезги, и их длинные руки уже тянулись ко мне. Это были мерзкие, полуразложившиеся конечности, которые пытались зацепить меня хоть за что-то и вытянуть к себе. Затем в окно напротив на меня уставилась еще одна тварь. Видимо, та, которая из-под пола вылезла. Я оцепенел. Это была моя мама. Что? Как? Что это творится такое? Что? Из глаз потекли слезы. Паника поселилась в моей голове. Этого не может быть. Это просто тупой сон. Это просто сон. Кричал я, но когда я отвлекся и мерзкая рука схватила меня за толстовку, я понял, что это ни черта не сон. Схватив кисточку из ведра с известью, больше ничего рядом под рукой не было, а кисть старая такая, большая, советская еще. Я начал со всей дури бить ею в руку той твари, и оно отпустило меня. А мама моя стояла и также пялилась в еще не разбитое окно. Также кривлялась и что-то бормотала. Это точно она была, даже ночнушка ее, в которой она в больнице лежит. Затем в голову пришла мысль. Глаза, стоп, они же по-любому имеют какое-то отношение к этому всему. Не просто так же оно все начало происходить именно в тот момент, когда я их закрасил. Ну да. Я схватил кисть и начал по новой забеливать стены. И это сработало. Сработало следующим образом. Когда я начал закрашивать их, то твари на улице начали вести себя более умеренно. Перестали ломиться. Огоньки в глазах погасли, и вообще они вели себя как будто слепые. Скорее всего, с помощью этих глаз они меня и видели в доме. Тогда я принял решение рискнуть и попробовать выйти на улицу. И тихонько, чтобы они не видели меня, уйти отсюда. Открыв дверь, я увидел картину, происходящую за ней. И понял, что я был прав. Твари ходили снаружи, как будто слепые, на ощупь пытаясь найти дом, окна и так далее. Оставив вещи в доме, я вышел тихонько маленькими шажками. Подошел к калитке. Даже закрывать ее не стал, как дал дёру. Наверное, еще никогда в жизни так не бегал. Адреналин ударил в голову бешеной дозой. Я летел, как ошпаренный. Уже ночь на дворе, я спотыкался, падал, вставал на ноги и вновь летел, как угорелый. Успокоился я только тогда, когда выбежал к дороге и увидел проезжающие мимо машины. Тогда от сердца немного отлегло, но перед глазами до сих пор стояли те ужасные хари в окнах и мама. Это глюк был, что ли? Не похоже, она была настоящая, я вам клянусь. Я простоял над дорогой минут 20, пытаясь поймать попутку, но никакая падла не хотела останавливаться. Но потом мне удалось остановить какого-то детка на «Жигулях». И как только я сел в машину, меня ждала ужасная новость. Зазвонил телефон. Я же взял трубку, звонили с больницы и сообщили о том, что мама умерла. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. С глаз снова потекли слезы. Я не понимал, что вообще происходило. Я так надеялся, что это просто чья-то злая шутка. Но приехав в больницу, я понял, что... Ни хрена это не шутка. Мама лежала скрюченная в три погибели, а на лице у нее застыла та самая гримаса, которую я видел пару часов назад в окне на даче. С того момента я поверил и в Бога, и в дьявола. Каждое воскресенье хожу на службу, в церковь. На дачу с того момента больше не ездил.
Покупатели звонили, я же сказал, что ничего уже не продаю. И до сих пор я в жутких снах. Иногда вижу маму и те глаза, нарисованные на стене черной жирной краской. Жесть, конечно. Я спать. Конец. Я спать. Такая вот у нас была страшилочка.